Добрый вечер, дамы и господа. С вами Петр Соколов, финансовый консультант компании Амаркет. Пожалуйста, ответьте, как меня слышно и видно. Поставьте плюсики, если все качественно и хорошо. Сегодня я решил предложить вам на выбор, что же мне вам сегодня рассказать. Да? Хотите ли вы рассмотреть какую-нибудь простую стратегию? Что, в принципе, я всегда, в первую очередь, предполагаю, что будет интересно рассматривать простые стратегии. Либо есть у вас желание рассмотреть более сложную и интересную стратегию. Пожалуйста, давайте проголосуем. Таким образом, решил я сегодня построить наш с вами диалог. Вот. Если кто хочет за простую стратегию, ставьте однерку. Все. Ну, Александр, как обычно, впереди планеты всей. Кто хочет стратегию попроще, ставьте двойку. Давайте выберем что-то одно, либо простую, либо сложную. Простая однерка, сложная двойка. Угу. Однерка. Три против четверых. Так, другие что, нас не смотрят, получается, да? Хорошо, давайте я вам расскажу простую стратегию. Я думаю, будет всем интересно посмотреть интересную стратегию на золоте. Да? Очень волатильный инструмент, который порядком либо дает очень хорошую доходность, либо может сыграть злую шутку. Но главное же, как всегда, вы как всегда помнить должны, что это правильное управление капиталом money management. Да? Если хотите простую стратегию, сегодня я вам расскажу про стратегию торговли на таком финансовом интересном инструменте, как золото. Сейчас я вам включу демонстрацию экрана и вам ее покажу. Принцип ее работы очень, в принципе, простой. Да? Сейчас чистый график сделаем. Данную стратегию я еще никому не рассказывал, ввиду того, что сегодня не такое большое количество слушателей, это даже хорошо. Кто не интересуется чем-то новым в трейдинге, того мало что получается. Надо всегда учиться, работать и работать. Тогда у вас будет хорошая доходность и отличный результат. Данная стратегия, в принципе, она похожа на одну из тех, что я рассказывал, но она применительна абсолютно только к золоту. Я вам скажу даже тем уровни стоп-лоссов и тейк-профит, которые вы будете использовать, и выставив эти отложники с утра, вам, в принципе, даже не надо будет находиться за компьютером, можете через мобильное устройство следить за ценой, что с ним будет происходить и какие у вас будут получаться результаты. Как-то я рассказывал вам про стратегию «Лондонский взрыв», она основана на том, что мы заранее выставляем отложники перед открытием лондонской сессии. Но я данную стратегию переработал для торговли на золоте. Я ее расскажу сегодня один раз и больше никому рассказывать не буду. Вижу, нас сегодня 7. Звук не очень. Ничего страшного. Потише сделайте микрофон, либо качество убавьте. Вижу, что у нас сегодня всего 7 человек. Это даже хорошо. Хорошая информация дорого стоит, да? Поэтому давайте ее рассмотрим более подробно. И я вам даже порекомендую, наверное, записать. Никакими здесь мы индикаторами пользоваться не будем. В первую очередь просто запомните, да, можете даже посмотреть запись вебинара, где-то я, по-моему, в июле рассказывал про стратегию «Лондонский взрыв», она очень простая. То есть основана на пробитии азиатского флета, извиняюсь. Вот, и здесь подход, в принципе, такой же. Да? Смотрите, у нас открывается, то есть мы возьмем на примере, давайте сегодняшнего дня и потом просмотрим, что у нас получилось бы за прошлую неделю. В данной ситуации, при данной стратегии у вас должен быть включен компьютер, либо счет установлен на FPS обязательно. Потому что здесь будет использоваться трейлинг стоп. Вот. В первую очередь, как вы помните, по лондонскому взрыву мы находим открытие лондонской сессии. То есть это 10 утра. Сейчас это 10 утра по нашему, по московскому времени. Да? То есть мы отмечаем себе где-то в 9.45, может быть, где-то в 9.50 мы уже должны сидеть за компьютером и находить эти уровни. Да? То есть, в первую очередь мы смотрим канал, который образовался. Очень простая стратегия, поверьте мне, прибыльная, то, что вам нужно.
даже не хотел рассказывать ее многим, сегодня ломал голову. Что же мне рассказать, интересно, потому что я же рассказываю только такие стратегии, которые испытал и проверил либо я, либо мои знакомые трейдеры. Что-то просто брать с интернета не хочется и повторяться, правильно? Вы же не для этого здесь находитесь. Вот, поэтому сегодня вам расскажу одну из интересных стратегий. Значит так, находим канал азиатского флета, вы помните, да, об этом. Далее, что мы делаем? Отмеряем начало лондонской сессии, к примеру, мы находимся где-то вот здесь, вот в этой точке, да, 9.40, 9.50. Что мы далее делаем? Мы к этому каналу добавляем еще, интуитивным уровнем, основываясь, каждый месяц я просматриваю статистику на истории, и смотрю, да, сколько мне ставить, на каком уровне от этого флета азиатского мне ставить отложенки. То есть я к этому каналу добавляю еще 100 пунктов, ну, по пятизнаку. 100 пунктов добавляю, и вот такой у меня получается канал, да, то есть 13.29.82, 13.30.89. Ну, то есть здесь мы вот эти убираем потом внутренне. Для чего нужен этот дополнительный по 100 пунктов с каждой стороны? А вы сейчас это все практически увидите и поймете, для чего. Вот, в принципе, и все. Да? На этих уровнях мы выставляем отложенки. Как обычно, на пробитие. Да? Мы выставляем два отложника. То есть на каждую сторону мы выставляем по два отложника. На покупку, на пробитие байстоп и на продажу селстоп. Здесь такой очень интересный механизм я придумал, который будет в первую очередь приносить вам действительно результат. Причем я его оттестировал не только на истории, но и на некоторых реальных счетах. Вот, смотрите, смысл-то в чем? Я вам сейчас постараюсь написать, да, текст. Два отложника. Хорошо. Так. У первого, то есть первая сделка у нас. Вы себе записали обязательно. Первая сделка у нас take profit 500. Вторая сделка trailing stop. То есть здесь trailing стопа нету. Здесь главный какой момент, когда цена пойдет в вашу сторону, первая сделка закрывается плюс 500 пунктов, а вторая должна перейти в безубыток. Вот. Соответственно, либо можно использовать трейлинг стоп, но здесь главное следить этот момент, да? То есть, если у вас первая сделка закрылась по профиту, тейк-профиту 500 пунктов, то вторую, соответственно, надо перевести в безубыток. Здесь можно использовать трейлинг стоп, а можно его не использовать. Если вы находитесь за компьютером в течение дня, скажем, либо регулярно посматриваете, то я вам рекомендую просто безубыток переводить и все. И вторую сделку мы закрываем 23.50. То есть за 10 минут до начисления стопов. Так, у нас тут подъемся. Ладно, я думаю, вы и так поняли, да? Смотрите, то есть еще раз объясняю. Мы выставляем два отложника. Стоп-лосс на противоположной стороне. То есть здесь он будет равен 700 пунктам сегодня. В данной ситуации сегодня у нас открылись бы отложники на продажу. Вот видите, вот этой тенью, этой свечи, они бы открылись и пошли бы в просадку сразу, да? Но все равно я вот отмерил и понял, что золото, оно как выдало в основном 80% своего движения, оно как идет в сторону и пройдет, да и пойдет, да? То есть первая цель у нас 500 пунктов, вторую сделку мы закрываем плюс за 10-20 минут до закрытия торгового дня. Я думаю, вы теперь поняли, сколько закладывать в риски, да, вот здесь, сколько закладывать в риски. Рекомендую каждому трейдер отталкивается в первую очередь от своего депозита. То есть, когда этот диапазон, скажем так, канал азиатский, да, он составляет более 1000 пунктов, то не рекомендую использовать данную стратегию. В любом случае будет пробитие в одну сторону, потом разворот в другую. Если у вас меньше 1000 пунктов, то, соответственно, пользуйтесь ей дальше. Вот, а давайте теперь посмотрим на историю, что у нас тут было, да, так пробежимся. Понятное дело, что вот в данной ситуации сегодня у нас бы были бы открыты две сделки с
прибылью пока что открыты 180 пунктов по обоим, да? И давайте посмотрим, как она себя отрабатывает при том условии, которое мы с вами задали. За месяц золото выстреливает на 2-3 тысячи пунктов в день 2-3 раза. То есть, соответственно, 2-3 раза в день у вас будет очень хорошая прибыль. Так, сейчас посмотрим. Понедельник, пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Вот здесь у нас понедельник, 5 сентября. Давайте так, навскидку, чисто на зрительно оценим, да, вот 10 часов, у нас здесь стоял отложник плюс 100 пунктов, здесь мы закрылись в ноль. В принципе, здесь мы не первая сделка, не вторая сделка, она не закрылась профитом. Просто мы закрываем сделку в ноль, обязательно мы ее закрываем перед начислением стоп-лосса 23.50. Следующий день, то есть понедельник у нас нулевой. Вот, следующий день. Вот у нас время 9.30, да? 12.28. Давайте поближе сделаем, 6 сентября. Вот. Сразу с вами по-правильному, чтобы было по-честному сказано. Так, вот 10 утра. Вот, 9.45 мы поставили отложник. 13.28 плюс 100 пунктов. 13.29, вот так. 15.28.34, 15.29.30. Ну, здесь у нас сработал отложник на покупку. Первый ордер у нас закрылся, видите, еще до новости, до открытия американской сессии. Второй уже без убытки. Соответственно, не будем здесь считать сейчас, сколько мы ставили бы стоп-лосс риски, просто посчитаем по количеству пунктов, да? 500 пунктов мы закрыли по тейк-профиту. И за 10 минут, за 10-15 минут до окончания, до закрытия торгового дня, смотрите, 2000 пунктов. То есть за вторник мы заработали 2500 пунктов по золоту. Следующий день. Вот, смотрим. 10 утра. То есть здесь мы видим, да, что цена у нас пошла вниз. Вот здесь был у нас отложник. Так, 12.47.37, добавляем 100, 12.46.37. Разница там пару пунктов значения не имеет. Как видим, у нас здесь была свеча, которая открыла наш отложник, и потом понимаем, что он пошла в просадку, он почти 500 пунктов, и, соответственно, потом пошла в нашу сторону, да, как я и говорил. Смотрим. Здесь у нас две сделки просто закрылись в 23.50. Кстати, первая сделка, мы все сделки закрываем, если первая сделка не закрылась по тейк-профиту, мы обе их закрываем 23.45, 23.50. Смотрите, 150 пунктов, да, две сделки, соответственно, 300. Соответственно, 2.800 у нас уже плюс. Переходим на следующий день. Опять находим 10 утра. Вот обратите внимание, 9.45. Вот та ситуация, про которую я вам говорил, да? То есть иногда заходит за этот канал. Видите, 130 пунктов. В зависимости от ситуации, вот этим вот расстоянием нужно играть. Да? То есть где-то сделать побольше, где-то сделать поменьше. Мы же не знаем, куда цена пойдет, по сути. В данной ситуации у нас сделка бы была, закрыть бы сделки с минусом. Вот, смотрите, 600 пунктов. Ну, то есть, если брать идеально, да, как я говорю, плюс добавлять 100. Конечно, бы сделка здесь открылась, вот этой тени. Можно делать 150-130. Я вам 100 сказал так, образно, да. Я так каждое утро, в принципе, смотрю и думаю, сколько бы добавить, да, какое может быть ложное, неложное пробитие. Вот, сформировавшаяся вот здесь вот структура показывает, что она пойдет вниз цена. Но раз мы так начали считать, то будем считать по-правильному, что как мы договорились с вами, да? То есть 1.49. Вот. А, даже 700. Ну, то есть минус 1400. Минус 1400 у нас было 2.800, минус 1400, значит 1400 прибыль остается.
Также можно здесь, в зависимости от ваших пожеланий, да, оставлять встречный ордер. Другой, да, если один открылся, по сути, по логике системы, надо его удалять. Но если какое-то волатильное движение, либо экономическая новость, то можно оставить, и как раз этот минус у вас возможно отработать. В данной ситуации мы рассматриваем классическую, классический подход. То есть надо варьировать. 100% грабления. Так, смотрим дальше. Вот 10 утра. 12.34.60. 12.33.60. Вот, видим здесь опять. Наши сделки открылись, отложники. И пошла цена в нашу сторону потом, конец дня. И вот здесь за 10 минут, видите, первая сделка закрыта по тейк-профиту, и вторая тоже закрыта, скажем так, вручную. Плюс 1000 пунктов, то есть плюс 2400. И вот понимаем теперь, да, вот мы за неделю с вами продержались, понимаем, 2400 пунктов. Лотом у нас, конечно, при большом депозите, да, можно заходить в лотом. Лотом у нас было бы $2400 было, да? Соответственно, 0.1 лотом $240. Правильно, по-моему, считаю. Да, $240. Вот и смотрите, да, если 0.1 лотом заходить, $240 за неделю. Можем с вами еще раз смотреть, где ситуация. Здесь бы тоже бы закрылся плюс. Здесь первый ордер закрылся бы, второй бы закрылся по стоп-лоссу по нулям. Здесь, соответственно, в минус. Плюс. Плюс, вот видите, раз в неделю обязательно одна сделка очень хорошо выходит. То есть здесь вот эта ситуация. Здесь, если оставлять встречный ордер, вот эта ситуация. Торговать на золоте лучше таким образом, да, одну-две сделки в день. Вот по такому принципу. Вот, пожалуйста, смотрите, да, возьмем еще какую-нибудь неделю. Вот 26 августа. Здесь явно мы закрылись, так, 10. Здесь 500 пунктов. Вторая сделка закрылась по безубытку. Здесь 100 пунктов. Вот он день, да? Здесь среда. Вот, день выстрела, скажем так. Здесь точно более 1000 пунктов. Сейчас посмотрим. 12.35, 12.34. Вот, 1000 пунктов ровно, видите? То есть дальше идем, продержимся. Просто ищем вот эти вот сильные импульсы, где мы на золоте будем получать хорошую доходность. Да? То есть вот пятница 19-я. Здесь явно хороший прибыль у нас, ну, здесь 500 по нулям. Видите, в чем смысл, да? Почему мы открываем две сделки? Одна сделка закрывается 500 пунктов, вторую надо перевести без убытка. Почему? Потому что мы делаем таким образом себе все равно плюс в день, да? Ничего страшного, что потом вторая сделка закрылась по нулям. Мы же ничего не потеряли, мы только заработали. Вот, вы видите сами, что раз в неделю у вас бывают импульсные выстрелы такие, хорошие по золоту, да? Вообще, конечно, по золоту правильно торговать среднесрочно. Знаете, кто-то на 4-часовых графиках торгует, кто-то на дневных графиках торгует. Молодцы, пусть торгуют. Вот, но мне больше нравится торговля внутри дня. То есть сделка открылась, к вечеру результат. С утра сделка открылась, к вечеру результат. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно, отвечу и объясню. Друзья, вопросы есть? Понятно ли вам все, что я вам сейчас объяснил? Все мои стратегии, которые я вам рассказываю, они основаны в первую очередь на простоте. Очень много интересных стратегий, которых... замудренные, запудренные таким образом, что ничего не поймешь, там только месяц разбираться не будешь, да? Я вам сейчас рассказал обычную стратегию, основанную на пробитии, но с определенными уже критериями относительно сколько сделок на одну точку входа, где закрывать, где ставить без убыток и в какое время это закрывать. Это время сервера, Александр, чтобы... чтобы не снималась комиссия, понимаете, перед свопом. В разных терминалах по-разному. Здесь у нас компания Markets время московское стоит. Совпадает, скажем так, с московским временем. Я всегда для таких стратегий рекомендую открывать отдельные счета.
либо протестировать их на длинном счете. Но я, в принципе, думаю, на истории, если посмотреть, вам и так будет понятно, да, что стратегия работает. Задавайте, пожалуйста, вопросы. У кого какие есть вопросы? Может быть, просто рассмотрим какую-то ситуацию. Может, у кого-то где-то сделка открыта висит в просадке. Давайте посмотрим, докуда ее держать, не держать, где лучше закрыть. У вас есть такая возможность, спросите это прямо сейчас. Сегодня понедельник, день такой не очень волатильный. Но заработать можно всегда. Главное знать, где какой подход. Фонд растет, видите, как хорошо. Как я вам и говорил, кто помнит, мне эта стратегия очень нравится. Я думаю, Александр, вот вы регулярно присутствуете на вебинарах. Вот начали ли вы использовать стратегию по волновому анализу, да? Которая основана на двойном дне, двойной вершине. Вот, смотрите, хороший сигнал, да? Импульс, пробивающий азиатский флэт. Дальше откат, еще раз движение вниз. Здесь большинство трейдеров встает в продажу и их начинает закрывать потихонечку по их стоп-лоссам. Да? Здесь выбыл по стоп-лоссу, откат, они еще раз ставят в продажу, потому что почему? Потому что тренд же как бы изначально идет вниз, да? А оно пошло наверх. А все очень просто. Нашли двойное дно. Все. Стали вот здесь вот сделку. 20 пунктов стоп-лосс. Первую сделку закрываем за 20 пунктов, вторую без убыток, так же как и с золотом, в принципе, да? И, пожалуйста, тянем, тянем, растем, вот уже 60. Отлично. Я считаю, что все гениально и просто, и на это надо зарабатывать. Александр у нас очень любит DAX. По DAX сегодня разворот вверх, по вашему мнению. Вообще, Александр, я торгую только валютные пары, но давайте ради вас делаем исключение, как обычно. Ну, пока Александр Глеб не перекрыт, ни о каком развороте не быть не может речи. Здесь ситуация, как вы помните, я всегда в первую очередь рассматриваю с точки зрения волнового анализа, да? Так. Ну, смотря как расценивать ситуацию, да, то есть, если смотреть на дневной график, то почему разворот? Все продолжение наверх идет движение. На 4-часовой график посмотреть, то здесь я вижу вот такую вот структуру. Да, то есть, возможно, дойдет до точки 10489, потом отодвертся, вниз пойдет. Если отталкиваться от часового графика, то пока гэп не перекрыт, говорить о покупках рано. То есть тоже продажи надо рассматривать. Не просто так же гэп появился на выходные, правильно? Вы должны всегда об этом помнить. Если гэп перекрывается, то, соответственно, уже появился хороший покупатель. После отката можно уже войти в покупки. Индикатор АО и МАГИ с успехом используем. Спасибо. Александр, да, пожалуйста, всегда рады вам помочь. Главное для нас это ваш успех. Не зря мы занимаем второе место по миру по прибыльности наших клиентов. Наверное, большое спасибо надо сказать нам. Потому что мы для вас помогаем, рассказываем стратегии. И один даже клиент сказал, что вы знаете такую информацию дали, да, я прошел обучение за, скажем так, которое стоит не менее $500, и там я даже меньше получил информации, чем от вас бесплатно. Я говорю, ну, пожалуйста, пользуйтесь, радуйтесь, зарабатывайте. Вопросы еще есть, друзья? Пожалуйста, задавайте, наше время ограничено. Да, сегодня простая стратегия, я вам показал простую. Я еще раз напоминаю, что вам, я понимаю, что вам хочется открывать кучу сделок, заработать за один день 100%, но не нужно этого делать. Рассмотрите ситуацию с другой точки зрения. Рассмотрите, что у вас депозит очень хороший, да?
Вот я всегда делаю сопоставление с банковскими депозитами, да? Сколько люди открывают банковский счет в банке? На какую сумму? На 1 400 000, которую обеспечивает государство. 1 400 000 сколько? Это 20 000 долларов. Хорошо. 1% в день сколько? 200 долларов. А соотношение стоп-лосса тейк-профита. Если тейк-профит у нас 200 долларов, то стоп-лосс 100 долларов, да? Либо меньше. 1 к 2 в основном у клиента. 200 долларов в день делайте одной сделкой. Это либо 20 пунктов одним лотом, либо 40 пунктов 0,5 лотами, либо 10 пунктов двумя лотами, да? Делайте 200 долларов в день в месяц, 20 торговых дней, вот 4000 долларов прибыли, переведите это в рубли, это 300 тысяч в рубли. Что вам еще нужно? Какие банковские депозиты? Вы думаете, банки зарабатывают на кредитах? Нет, они зарабатывают именно на финансовых рынках. Ребят, если вопросов нет, я очень рад был вас всех видеть. Сегодня рассказал простейшую стратегию. Буду очень рад за ваши отзывы, если будете вы пользоваться той информацией. Спасибо еще раз Александру, что подтвердил, что моя информация является ценной. Я уверен, что она вам принесет доход, успех и радость от вашей деятельности торговой. Мы всегда на связи. Обращайтесь к своим персональным менеджерам. Отличной вам торговой недели, успехов. И всего самого прекрасного в этой жизни. До свидания. Всем всего хорошего.